Игру из данного ролика можно приобрести по ссылке в описании. Привет всем! Привет! Сегодня мы с Настей, мы вдвоем, мы с Настей поиграем в игру, которая называется Bad Balance. Плохой баланс. Вот в такой вот классной коробочке она мне пришла. И внутри нее лежал вот такой вот мешочек, в котором еще более классные компоненты из настоящего бука. Знаешь, что надо делать? Вот такая штука есть. Увесистая, круглая. Пахнет обалденно. А внутри разной формы вот такие вот элементы. Мы будем сейчас с тобой доставать по одному. Строить домик? Ну, почти. По одному. Каждый достает и вот так вот ставит на эту штуку. Тот, кто уронит, ну, допустим, ты поставила, и у тебя что-то упало. Это твои штрафные становятся штуки. И пока ты их не выставишь все, ты из мешочка тянуть не можешь. Окей. Побеждает тот, кто последнюю детальку достанет из мешочка и поставит. Вот такая вот простая игра, такая цель. Ну, хорошо. То есть, правила. Вот они. Они нам не нужны. Не, надеюсь. Тяжелые, да. Очень сложная игра, очень-очень тяжелые правила. Ну, чем-то похоже на Дженгу, но сейчас ты увидишь, что она на самом деле другая. Ну, несколько другая. Ну, как бы в основе, конечно, все-таки Дженга, но отличается. Вот. Там еще можно играть, кстати, по командам. По командам. У вас получается, вы по очереди выкладываете, допустим, пара на пару мы бы играли. Вот. И у команды что? У них только получается общие штрафные вот эти вот элементы. То есть, если кто-то уронил, сейчас мы должны с тобой, кстати, достать вот так вот. Да, случайную вот такую фигуру. И у кого фигурка будет больше, тот будет первым. Ну, у тебя, по-моему, длиннее все-таки, да? Я думаю... Но если судить по объему, то у меня больше, наверное. Ну ладно, давай. Ты начинаешь. Каждый по очереди, да, достает? Да, по одной фигурке. Вот. А я недорассказал. То есть, если... Какой домик будем сразу строить? То есть, если по командам играть, то штрафные получаются общие. На пару. Я поняла. И есть еще вариант игры на вылет. На вылет тоже можно играть, по-моему, от 4 игроков. И там, кто роняет одну, тот не проигрывает. Удивительно, да? А кто роняет больше одной, о, стреляемся по порядку, тот тогда уже проигрывает. То есть, если он вот так вот уронил, то он не проигрывает. А сейчас я бы ход потерял. Нет, это была бы моя штрафная. Вот. А там, если ты одну роняешь, то ничего. Если роняешь вот уже несколько, тогда все. Тогда понятно. Да, и эти фигурки в мешок уже не добавляются. Вот. Что еще по правилам хотел рассказать? Что-то очень много правил для такой маленькой игры, да? Да, на самом деле. Зачем так заморачиваться? Только кажется так. Так, ну надо тебе уже пакости начинать строить на самом деле. Какие-нибудь вот такие. Ну логично же, что он не будет стоять. Вот так вот будет. Не получилось. Фокус не удался. А, ты можешь штрафные все, ну, несколько фигурок одним движением положить. То есть взять их одинаковой формы несколько и все сразу поставить. И у тебя преимущество, то есть ты можешь не, ну, их выбирать, когда у тебя их много лежит. А так, получается, случайно не стоишь. Давай уже пакости. Я не пакостный человек. Ой-ой-ой. Да. Енот честный. А я буду пакостить. Я знаю, ты всегда это делаешь. Что значит всегда? Всегда, всегда. Так. Да, точно пропустишь. Ты тоже давай старайся. Кстати, а где мой пес? Ичи. Пес занят. Пес расстроен. Смотри на него. Что я им не занимаюсь. Чё это? Ичи. Так.
Твое. Ичи. Иди сюда. Не хочет пес. Что значит не хочет? Это ж у нас звезда Ютуба. Не, не хочет. Но! Ты же стол трясешь! Он сейчас все попадает! Привет, Ичи. Давай с нами играть. Я тебя звал. Скажи, я могу только все сгрызть. Стрипкая игра, Ичи. О, блин. Все? Это ты все? Ну, типа, да. Ну, давай. Подожди, а ты что, несколько? У тебя же несколько упало. Я три положила. Одним движением? Да. Ты же сказал, можно несколько положить. Можно взять и вот так вот положить. Одной формы, кстати, еще к тому же. А ты об этом не сказала, я уже положила. Любое количество одинаковых штрафных фигур одним движением. Ну, извините, но у меня были две одинаковые. Ладно. Одна не одинаковая. Ну, камера покажет, собрала ты мне или нет. Ну ладно, мы тебя прощаем. Слушай, у меня было две одинаковых, одна нет. Ну, накосячила. Ой, победишь, если ей то хорошо. Да, пес следит за нами. А? Не будет стоять. Спорим? На что спорим? Я не люблю спорить. Почему? Потому что. Но она не будет стоять. Угу. А вот так. О, блин. Давай. Руж, халк ломать. Не-не-не. Блин. Есть! Е-бой! Как на Версусе этот, господи, какой-то стоял чувак и постоянно повторял «Е-бой!» Это, видимо, его любимое выражение. Ходи. А что ты не поставил? Вон, смотри, у тебя кубики есть одинаковые. Ну, я до них еще не добрался. Типа, можно сделать вот так. Трынь. Неплохо. Е-бой! Но ты же не тот чувак с Версуса. Я просто не могу, я просто ржу. Давай. Оп. Неплохо. Получится. Ух. Классно, да? Давай. Давай. Ладно. Пощадим тебя. Ой. Пощадим. Ты ни хрена не пощадил. Ага. Так и свой подальше уберу. Сейчас будет разнос. Смотри, а. Как у него так получается? А ну-ка. Оп. Давай. Блин. Не надо дуть! Ещё и стол трясёшь. Это пес. Это не пес. Это пес. Это не пес. Котопёс. 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 Уронил. Да! Молодец. Мое добро. Мое добро. Не расстраивайся. Должен же я хоть во что-то выигрывать. Ну да. Должен. Ходи. Сейчас. Где наша игрушечка, Ичи? Оп! Ну-ка! Ты смотри, а? Ой, я наконец-таки от своих отделался. У тебя их не так много было? Ну, прилично. У меня сейчас больше. Так.
Что? Дом очень неустойчиво стоит. Совсем, я бы сказала. Ой! Тихо! Это все пес. Это все ты. Это все пес. Ну, а вот обязательно с этой. Ты смотри, как тебе повезло, а? Просто зачем вот с этой стороны стоять? Видите? Я так сейчас выиграю. О. Ну ничего страшного. А туда куда-нибудь кинем. Ты же сказал, что хоть здесь ты должен победить. Угу. Ну так давай. Это очень тактическая игра. Хорошо. Ты знала? Ну, конечно. Это не точно. И че не одобряю? Я не знаю, он надо где-то по центру. Ходи! О! Конечно! Это же так легко! О! Ну все. Сдавайся. Мое добро. Тебе надо сейчас. Смотри, тут уже совсем мало осталось. Тебе надо сейчас помногу выставлять. Мое добро. Мое богатство. Мое богатство. Енотское богатство. Угу. Брусочечки. Сдвигать другие нельзя, которые уже стоят. Я чуть-чуть, совсем просто, чтобы пролезло. Буду так чисто швырять. Ну, конечно, тебе там осталось совсем немножко. Поэтому ты будешь швырять. Опасно кладешь. Давай. Давай, проигрывай. Пес! Не хочет. Аккуратней своей попкой. Она не у маленькая. Ну а... толкает, как будто, я не знаю, землетрясение. Оп. Оп. Блин! Есть! Я свое добро убрала. Как? На. Как так? Это... это невероятно вообще. Так как тебя земля носит? Просто невероятное что-то. Я уже, если честно, праздновал победу. Немножечко нет. Ничего, теперь много одинаковых зато. Мы быстренько все выложим. Будет все здорово. На самом деле здесь набрал ходов на 5. Ух ты. Ух ты, ух ты! Мы вышли из бухты! Блин! Такую толпу, конечно, не поставишь сразу. Давай вот так. Да ё-моё! Забирай твое добро. Добро-добрётишко. Ну, сначала это ставить. Что там? Ходи давай. Ой. Это типа ты все уже. Ну нет вообще. Да типа да. Ну просто из других. Да типа да вообще-то. Ну нет вообще-то. Вот так. Окей. Окей. Совсем мало, кстати. Вот кто из нас быстрее избавится от своих, тот, скорее всего, и победит. Давай две. Да что? Давай, забирай. Ты неудачник. Ходи. Теперь-то я поставлю. Ручки трусятся. Конечно, блин. Такой накал. Страстей. Давай. Вот так. Вот сейчас, кстати.
Вот так можно сделать. Оп. Да. И не дышать. А куда ты забрал мешок? Ну, он там кадр просто закрывает. А. Сразу испугалась. Конечно. Себе забрал. Ходи. Да ё-моё! Ну ты вот, ты не учишься на своих ошибках. Хочу все и сразу поставить. Я поняла, что все и сразу. Ну так нельзя в эту игру играть. Можно, смотри. Вот. Слабо, думаешь, мне вот это поставить? Ёлочку вот эту поставить? Я думаю, да. Вот такую ёлочку. Слабо. Спорим, что поставлю? Слабо. Давай, если поставлю, то ты идешь мыть посуду. Да без проблем. Походу, я пойду мыть посуду. А? Давай. Не-не. Ну это конечно. Я тоже так могу смотреть. Ты что, засмеялась, она дрогнула. Что делается? Ичи, да. Не трогай. Ичи, не трогай штатив. Жопка, иди давай погуляй. Ичи, сейчас выгоню. Ну ты зря. Ты смотри, что она делает, а? Так, надо чуть поменьше. Взял самый большой брусок. Ну ладно, не так уж все и страшно тут прям. Что свой ведьминский смех попридержи. Я пока подержу, да. И ты все равно, да, со своей елочкой? Это уже не елочка, блин. А ты совсем почти вот не учишься на своих ошибках. Нормально все, сейчас выиграю. Колбаской по малой спаской. Что? Давай. Что за ругательства такие? Катись. Ты разве колбас? Ругательства? Нет. Ты никогда не слышал такое выражение? Я слышал. Тарим, 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 блин, тарим, да тарим, что? Тарим, 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 тарим. Ой, поднимай. Все, давай выигрывай, короче. Мне никогда не вернуть обратно. Так уж, чтобы тебе посложнее было. Ой, куда ты? Я еще сейчас это уроню. Сказано, Настя во все игры выигрывает. Нет, не во все же все-таки. Ну даже вот в такую выигрываешь. Блин. Я криворукий. Моими ручищами только распаковки снимать. Нет, ну что ты начинаешь? Ну, подержите его. О, смотри, она почти под 45 градусов наклонилась. Последняя уже? Нет еще. Сейчас завалишь. У меня есть что поставить. Но нет, ну куда? Она и так уже на этот бок. Сейчас все вот это рухнет. Да ладно. Тюк. Как? Я же маленький поставил. Блин! У меня два. Ну все, ставь и побеждай. Ну еще один. Все? Нет, да. Там больше. Та-дам! Поздравляем Настю! Та-да-да-да-да! Та-да!
победа благодаря моей криворукости. Пес одобряет. Вот такая вот игрушка. Мне кажется, как вариант для такого вот семейного досуга. Ну, да. В семьях, где ну не очень аж шибко играют вот именно в такие сложные настольные игры. А вот как заменитель дженги очень даже ничего. Mm-hmm. И компоненты клевые. Только не с маленькими детьми, учитывая компоненты. Ну, конечно. В том плане, что да, там 3 да. плюс. Да, дети, даже. Которые в рот mm-hmm. все тянут, им не давать. Ну, это как стандартное такое предупреждение. Mm-hmm. Вот. Но так штука довольно забавная. Да. Можно поиграть время от времени, да. побаловаться. Да. Вот. Все, всем спасибо, с вами был Фил, Настя, наш пес Ичи, и с любовью, большой-большой любовью, канал Твой Игровой. Пока-пока. Ты даже в эту игру проиграл.